Если им понравился такой, как Фредди, нужна мне такая семья. Это воплощенное зло. Преступник века. Все мои мультфильмы. Они сами напросились. Все 34 человека еще. А парень-то какой популярный. По всем каналам его показывают. Он бежал неделю назад, и жители трех штатов боятся покидать свои дома. Его прозвали убийца в галстуке бабочки. И вот, наконец, его схватили и везут обратно в тюрьму. Че ко мне пристали? Я человек хороший. Меня просто неправильно понимают. Всем на меня наплевать, кроме меня самого. Какой красавчик. Ему придется отсиживать больше, чем ему дали накануне побега. Когда он вернется в тюрьму, Бек будет помещен